ЕГЭ себя оправдало, хотя бы потому, что школьникам и вот ребятам из провинции нет необходимости ехать куда-то поступать. Это уже устраняет серьезный дискриминационный фактор по отношению к тем, кто далеко живет от тех вузов, в которых хочет учиться. Во всем мире системы, подобные ЕГЭ, они распространены. Другое дело, что, возможно, ЕГЭ требует совершенствования. А плохо, что ЕГЭ это является последним экзаменом. Возможно, необходимо, чтобы, например, таких экзаменов было несколько, они сдавались по мере того, как ученик учится в 8 классе, в 5, тогда уже будет видно, потому что, ну, конечно, если там двоечник стал отличником, это крайне подозрительно. Может быть, требуется введение дополнительных антикоррупционных норм по ЕГЭ, но в целом я считаю, что ЕГЭ – это положительная антикоррупционная мера. Он очень заметный.